Памятник императору пока под покрывалом. Публике открыт только царственный ботинок. Собравшиеся строят параллели между днем сегодняшним и подобным событием вековой давности. Бронзовая фигура установлена на прежнем месте и даже на том же постаменте. Изменилось окружение. Улицу, ведущую к памятнику, прежде называли Большой. Сегодня путь к царю носит имя Карла Маркса. Он будет расположен рядом с Белым домом. Домом генерал-губернаторов. Домом, где в годы революции шли бои. Он будет стоять рядом с нашим современником Вампиловым, писателем и драматургом. Именно в этой истинной истории нашего государства, нашего русского народа и есть наша сила. Восстановление утраченного – это дань памяти не просто царю, а, как замечают собравшиеся, поистине государственному деятелю, отцу-основателю Транссиба. Как и в начале 20 века, в наши дни и памятник, и площадь вокруг него воссозданы на средства железнодорожников, на средства предприятий и граждан города Иркутска. Есть очень хорошая и правильная фраза. Народ, который не помнит своего прошлого, не имеет будущего. До торжественного момента открытия памятника считанные минуты. Публика прибывает, но во избежание столпотворения вокруг площади стоит караул. Форма и погоны самые разные. Рядом казаки, современные гвардейцы, милиция и кадеты. Разрезана красная ленточка. Падает, слегка задержавшись на царских плечах, и белое покрывало. Крики «Ура!» сопровождаются колокольным звоном близлежащих церквей и еще паровозными гудками. Свой голос подал даже старинный локомотив, который железнодорожники специально вывели на пути. Цветные всполохи в небе дополняют фейерверк на воде из миллиона капель ангарской воды. Воссозданный памятник Александру Третьему в Иркутске можно считать открытым. По-моему, сделано практически все, что можно сделать. И остается только беречь все, что сделано. Установленная в 1908 году бронзовая фигура простояла на постаменте 12 лет. К празднику 1 мая в 20-м ее демонтировали. На этот раз, как было заявлено, император в Иркутске на века, с учетом прошлых ошибок. Вера Рыжкович, Константин Игнатьев, новости сейчас.